Упершиню Гомель узгадывается у старожитных крыницах у 1142 годе. Правда, практически до 17-го стагодия он назывался то Гом, то Гомий, то Гомья. На думку ученых, это слово утворено от старожитнославянского Гом, что означает холм, узвыша. У исторической части Гомеля узгорки заховались до нашего часу. Сегодня это одна из ландшафтных особливостей города, якая будет выкрасана по часу проведения разностайных мероприемств. Коли погортать сторонки истории Гомеля, то тут так само можно найти шмат цікавого. Причем, за словом, упершиню у регионе, Украине и на вот у свете. При святкованні дня города об этом нагадают еще раз. Мы захватываем историю, начиная от начала 19 века и то, что было вплоть до конца 20 века. Именно характерное было для города Гомеля. То, что зародилось у нас и чего не было ни в области, ни в республике в целом. Именно у нас впервые, когда была Российская империя, зародилась Ланкастерская школа. Именно у нас зародился театр кукол, который потом перекочевал в город Минск. Это был наш белорусский сейчас государственный театр кукол. Именно у нас появилась первая детская железная дорога. Хоть только истории организаторы вырашили не обмяжовываться. Дзивить гомельчан, кажуть, складано, але зарабить программу святкования Дня города цікавой можно. Усяго подчас святкования меркуется провести больше 100 забавляльных мероприемств. Плюс открытие объекту социальной сферы. После реконструкции у одновленном выгляде простание гомельский автовокзал. Открывается первый в Беларуси музей фото за уникальной коллекцией фотоаппаратов. Серед самых масштабных проектов открытие набережной реки Сож. Об этом казали еще у часы основания Советского Союза, але полностью реализовать идею сдолили только сёлетом. Дитячие гульнявые пляцовки, композиция «Маяк» за маль 50 святильнями и новые озеленения. Еще в 80-е годы были задуман проект, и вместе с тем силами строителей наконец-то он был реализован. 11 числа в 12 часов произойдет торжественное открытие. И уже вечером в 19 часов свет сквозь века, большое интересное световое шоу будет на этой новой набережной. Далее, в этот же день, 11 числа, будет после реконструкции открыто здание нового детского садика на Книжной, 19. Это больная тема для жителей нашего города. Если в развитии города хватает мест, то для микрорайонов новостроек, безусловно, нет. Официальное открытие Дня города отбудется 12 вересня на площади Ленина в 11:00. Как чекается, удел у им примут народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. У 12:30 тут пройдет презентация нового телеканала «Беларусь-4 Гомель». Олесь Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».